Привет, я не Мэджик, со мной это, как всегда, мои питомцы, и сегодня у нас будет мега-эпичный день, и пока мы с пёселями тут в квартире, мне кажется, Алиса там в деревне нашла себе друга. Или врага, или у нас новый питомец. Короче, если вы хотите об этом ролик, то давайте наберем 30 тысяч лайков на этом видео. Но вы же можете, да? Мне самой интересно, если честно, чем закончится эта история. А до 3 миллионов нам осталось всего 24 тысячи. Я уже считаю дни до этой заветной цифры. И продолжаю передавать приветы вам в моем телеграм-канале. Тем, кто угадал, о чем будет следующее видео. Так что приходите туда, там вы первее всех узнаете все новости. Как я сказала, у нас сегодня супер-мега активный день. Я встала в 6 утра, погуляла, покормила собак, дала Софи таблетки, позавтракала и уже даже начала генеральную Мэджик уборку. Уже пропылесосила, помыла посуду, поставила стирку, а сейчас еще помою плиту. А то что-то у меня тут очень грязно, по-моему, уже. Так, сейчас влажной губочкой намажем тут все хорошенечко и минут на 5 оставим. Приготовим с собой решетку для гриля. Мы ж поедем на пикник. Будем готовить на улице сегодня. Ням-ням. Ну, по пути, видимо, и плитку тут помою. Че уж там. Блин, микроволновку, видимо, тоже. И пол, похоже, особенно где около раковины стоишь. Я же не одна такая, у вас тоже так же, да? Вы решили протереть слегка зеркало, а потом обнаруживаете себя в уборке просто всего дома. Это, кстати, мое единственное чистящее средство в доме, слава богу. Да, я реально все им мою, я не шучу, я серьезно. Думаете, потому что я ленивая, да? Ну, может быть, и поэтому, конечно. Но реально фишка в том, что вот эта штука, Pinglam, она отмывает что угодно. Нагар, налет, любую старую грязь. Я вот сейчас еще кроссовочки почищу. Я им и холодильник, и шкафы мою. Фишка в том, что у меня животные, и им химия опасна. И я сама ненавижу всякую едкую химию, потому что она ужасно воняет. И после нее руки прям капец сухие. А эта паста, она не токсична, у нее в составе натуральные ингредиенты. Никакого хлора этого, фосфаты, кислоты, ну, короче, все эти опасные штуки. Я ее вообще без перчаток использую, видите? Потому что перчатки я тоже ненавижу, а после нее руки норм. А еще я ненавижу эти кучи разных банок, когда можно для всего иметь одну. Да, я перфекционист и маньяк порядка. А еще я за окружающую среду и ненавижу выбрасывать тонны пластика. А тут и сама паста не наносит вред окружающей среде. Еще и их упаковка для вторичной переработки. Вуаля! Смотрите, какие чистые. Я просто для эксперимента, чтобы вот вам показать, кусочек протерла. Сейчас вы увидите разницу. Просто пятно. Попробуйте, вы тоже удивитесь. И это я не свинья, если что, просто обычный человек с животными. Ну вот, отлично отмылось все, вот потому мне и нравится, что она реально подходит для любой уборки чего угодно. И у нее расход мизерный, вот я на тряпочку чуть-чуть нанесла, помазала, оставила, смыла или сразу мою. Кстати, я пользуюсь без всяких жестких металлических губок, чтобы ничего не царапать. Она и так все отмывает. Вы сами видите разницу, какое все было и сейчас. Ладно, заканчиваем уборку, собираемся дальше. Кому интересно, я эту штуку Pinglam купила на Озоне, он и на Wildberries есть. Ссылку тогда в описании оставлю. Пользуйтесь, погнали. Давай, перелазь. Вот молодцы. У нас еще утро, мы уже столько дел переделали. Вот пупсики сходили в туалет. В общем, мы сейчас отправляемся на природу, на горную речку. Мы, короче, едем на пляж. С друзьями на шашлычок. Юми, ты что меня так тянешь? То есть у нас сегодня такие эпичные 24 часа. А после этого мы будем продолжать наш ночной челлендж. Ху, ближе к ночи. Помните наш мем? Мы не умрем. Так вот, учитывая, какой у нас активный день, что мы встали в 6 утра, а еще впереди целая ночка сумасшедшая. Он побежал, он убежал. Я видела там. Я думаю, что нам нужно сделать новый мем. Мы все умрем. Заходите. Но до того, как мы поедем встречаться с друзьями, я хочу вам кое-что показать. Вот так выглядит порядок у меня в машине. Тут реально просто какой-то пипец, ребят. А как вам багажничек? Нормально? Просто путешественнический хламовник. Дом на колесах у Ани тут. Вы тоже думаете, что это позор, да? Короче, мы никуда не поедем, пока этот хлам весь не разберем. Раз уж сегодня у нас такой день Мэджик-уборок. Пока не умрем. Давайте, вот сейчас будет такой до и после. Вот так вот выглядит наше заднее сиденье. Вот так вот выглядит наш багажник. Вот так вот выглядит наш верхний багажник. У меня так не всегда. Почти. Они такие: Ань, что ты врешь, а? Нет, у меня правда так не всегда. Я вообще маньяк порядка, люблю, чтобы был порядок. Но при этом я еще такой человек, у которого либо вот идеальный порядок, либо вот такой вот бардак. Я не знаю, почему так происходит. Ну скажите, вы не такие, нет? Да, я нет.
Дело в том, что мы скоро с пупсиками уезжаем с Краснодарского края в Москву из нашего мега-путешествия, да? Вы что, не хотите уезжать? Серьезно? В общем, это практически наши последние дни здесь, и поэтому все наши походы, поездки, вот это все в этом путешествии было вот очень хаотично, вот так вот. И перед отъездом нам нужно убраться. Поедем домой, съездим к Кисе Алисе. Вы наверняка все по ней соскучились. А может быть, и не только к Кисе Алисе. Может, у нас на 3 миллиона питомец сам нашелся. Ладно, все, молчу. А мне желательно к 1 июня быть в Москве, потому что у меня выходит мой первый трек. Вообще, я пипец как рада, его одобрили. Он точно выходит 1 июня, головоломка. Ждите, я в телеграм-канале своем все расскажу. Сниппеты уже выходят. Вы за меня рады вообще? Что-то вы за меня не рады. У вас что сегодня, настроение реально? Мы все умрем, да? Угу, понятно. Можно пока смот устраивать. Пуховик белый, пуховик черный, длинный. Переноски собачьи, 2 штуки. Они всегда, когда видят переноски, просто готовы в них залезть сразу же. Нам они очень нужны для путешествий. Софи, тебе удобно там сидеть? Потому что не везде пускают собаками, но в переносках, например, пускают. Что происходит? Выходи! Софи, выходи! Выходи из переноски! Выходи, вылазь! Вылазь! Спасибо! Юми, выходи! Сейчас, Юми, выходи! 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 Юми, выходи! У меня есть очень классная штука вот такая, которую я купила в путешествии по Мексике, чтобы проще было Юмичу носить. Еще удобно, что ее можно вот так носить. Просто как сумку такой берешь на плечо и пошел. Это на самом деле очень прикольно, реально удобная штука. У нас тут просто какая-то еще гора шлеек, поводков, ошейников, игрушек. Смотрите, дождевик у Юмичу желтенький в ее цвете. Да? Покемон? Классно! На самом деле у нас в машине для собак даже лежанка есть. Смотри, Юмичу, а? Это специальная лежанка, которую мы в походы берем. Помните, я всем питомцам покупала одинаковые миски? Так вот, у меня сейчас одна маленькая красивенькая, которую вот я очень люблю. И еще одна большая почему-то, и вообще даже не моя, мне ее дали. Короче, у меня в какой-то момент был приход, когда я все питомцам купила. Одинаковое, классное, прикольное, одного цвета. Даже игрушки сейчас в дом собакам я стараюсь подбирать именно по цвету. Как так происходит, что из всех мисок у меня осталась одна моя миска? Из поводков и ошейников у меня осталось все, что попало, вот так вот. У вас так же или нет? Объясните мне. Вы все купили такое одинаковое, красивое, красивое, а потом оно почему-то непонятно где, непонятно как растерялось, потерялось, раздалось, подарилось, еще что-то сделалось, и у вас все опять не так. Как так происходит? Объясните, смотрите, у нас есть еще вот такая вот походная миска, складная, очень удобная. Что там? Нет, еды там нет. Угу. Это у нас мангальный мешок, я называю его так. Знаете, вот есть росомаха, а я человек руки-дождевики. Аня, кончай со своими шутками, а то реально мы от них все умрем. Здесь есть такая тряпочка, которая вот так вот раскидывается, чтобы типа не пачкаться об машину, когда грязно. Вот так примерно. А про это не спрашивайте меня, почему у меня полный багажник. Камней? Я просто немножко насобирала в разных местах по пути камней. Аня, молчи. Почему я прибираюсь одна? Я не поняла. Веер. Между прочим, в магазине это называется опахало. Нет, вы мне реально скажите, багажник нормального человека вообще выглядит вот так может, да? Я сейчас реально буду перекладывать камни местами. Камни. Аня. Меня потом друзья спрашивают, Аня, откуда у тебя такие мышцы на руках? Думаете, это какая-то важная коробка, да? Бутылка с водой, еще одна бутылка на всякий случай с водой, пустая бутылка, 2 пары сланцев. Если вы не знали, как выглядят сланцы, они выглядят именно так. А еще драгоценные мешочки. Это пакет с пакетами, это пакет с пакетами, это много маленьких-маленьких-маленьких мешочков. От овощей. Короче, я забыла в Москве свои многоразовые мешочки для овощей. Я их уже заказала заново. И поэтому каждый раз, когда я покупала овощи, вот это вот все, орешки и так далее, я складываю их в пластиковые пакетики. И я их сохраняла, чтобы не покупать пакетики для собачьих какашек. Прости меня, пожалуйста, матушка природа, а то ведь мы все умрем. А еще у меня есть перцовый баллончик на всякий случай в машине. Но лучше им не пшикать. Сейчас
мы все умрем. Ладно, я брызнула его от себя далеко, не в лицо себе. Ну, в общем, это слезоточивая штука. С перцем не делайте так, пожалуйста. Аня, хватит. Аня, хватит этих несмешных шуток, пожалуйста. А как вам мешок с Таро, гаданиями, настольными играми в походной машине? Нормально вообще? У меня же еще целая сумка с походной посудой. Ну ладно, она нам сегодня пригодится, потом это будем прибирать. Чашечка для костра, кофеек-чаек в ней делать. Смотрите, какой крутой походный набор у нас здесь. Стружка для розжига, термосумочка, газовая горелочка, крутая чашка для розжига, чтобы не использовать вот этот химический розжиг. Помните, я в каком-то походе ее показывала вам? Держите, попейте водички, а то что-то жарковато становится, по-моему, да? У этой, кстати, миски есть еще вот такая вот крышечка. Нужно ее закрывать, чтобы вода не проливалась, если выливать не хочется и все не выпили. Юмичу, смотри, как Софи пьет. А ты что, пить не хочешь? Я поняла, я не человек руки-дождевики, я руки-базуки. Аня! И спальнички нам тоже могут пригодиться. Смотрите, что нашла, коробочка для маньяков. Она вот так вот собирается, с перегородками даже, ящичек получается. У меня в нем раньше собаки ездили. Сегодня мы туда сложим посуду. Отлично, я бок упаковки. У меня есть вот такие еще пищевые ножницы. А еще я купила себе вот что. Такой классный скребок для очистки решеток и грилей. Раскладное ведерочко. Варианты головных уборов у меня в машине. Козырек. Панамка на случай, если солнца побольше. Шляпа на случай, если солнца еще больше. Вы не подумайте, я не бездомная. У меня есть дом. Ночью, если вдруг кто-то на нас будет нападать, можно вот так пугать их. Как будто я призрак. Ну что ж, багажник. Не обращая внимания на чистоту, но порядок я навела идеальный. Просто смотрите, до и после. На заднем сиденье тоже ничего лишнего. Все аккуратненько поместилось в верхний багажник. Безумный у нас сегодня денек. Ну что, погнали шашлычить. По-моему, у нас сам день как челлендж. Можно видео называть просто. Мы все умрем. А у нас еще столько дел. Ну что, паркуемся, паркуемся, Аня. И, по-моему, я не одна устала. Хотя это кое-кто устал, видимо, очень прибираться. Ничего, сейчас мяско унюхают. Смотрите, какой у нас вид. Начинаем готовить шашлык. У нас есть такая фишка, закидываешь баклажаны прям вот так. Курочка подгорит, внутри они уже будут запеченные. Мы курочку снимаем, и там такая прям... Первая решеточка пошла. Жар тут прям нормально жарит. Обожаю жарить шашлык. Пока мы заняты, собаки привязаны, а мы сегодня еще будем делать... Гречку в казане будем делать. Вот здесь вот у нас будет костерчик для гречечки. Будет очень прям ням-ням. Мяско начинает прожариваться у нас. Переворачиваем. Все, эта порция у нас готова. Закидываем следующую. Погнали пробовать. И какую мы тут красоту накрыли вообще. Смотрите, как хорошо прожарилось мяско на огне у нас. Как мне сейчас будет вкусно. Сейчас мы его будем скидывать. Я вот люблю, чтобы мясо прям хорошо прожарилось. Я не люблю такое с кровью, сыроватое. Но и пересушенное такое прям слишком скоро. Корочкой я не люблю тоже. Я только вот после нескольких раз научилась прям хорошо его готовить на углях, чтобы идеально было. Ну что, давайте пробовать, а то уже прям слюнки текут. Сейчас добавим кетчуп, чтобы было прям ням-ням. Я, кстати, вот всегда беру махеев. А, мне он прям нравится. Этот вот шашлычный с мясом вообще бомба. А еще вот некоторые люди наливают кетчуп вот так отдельно и макают мясо как бы в него. А я так не люблю макать кусочками, я люблю прям полить. Ну что, пробуем? Класс! Огонь! А что мне еще нравится, что в кетчупе прям кусочки овощей попадаются. Этот вот шашлычный, в нем там чесночок, лучок,
сладкий перчик, укропчик. И мясо просто отлично получилось. Мне кажется, есть опасность объесться, потому что слишком вкусно. Кстати, небольшой лайфхак из моей личной жизни. Кетчуп может не только улучшить вкус, но и спасти ситуацию. Если вы прокосячились, там мясо выбрали не очень или пережарили, берете кетчуп просто и исправляете ситуацию вот так вот. А потом, если вас кто-нибудь спросит, типа, а что так вкусно? А вы такие, ну, с невозмутимым видом. Если бы мы знали, что это, но мы не знаем, что это. Ладно, я шучу. Приятного всем аппетита. Я просто королева шашлыка. Капец, как вкусно. Юми все чаще стала просто вот Софишу строить. Это что такое, покемон? Ты что на нее лаешь? Ух ты, покемониха. Юми, нельзя. Позор, ты че? Я забыла. Надо переодеться в походное. Фух, ну что, ребята, мы зашли в тот самый лес, в котором тот самый дом. Но самый прикол в том, что путь, подъем на гору, который к этому дому, он очень длинный и проезд закрыт. То есть нам придется идти пешком. Короче, нам придется с пёселями подниматься наверх пешочком. А сейчас уже, мне кажется, уже начинает темнеть и начинается закат. Фу, еще и идти надо в гору со штативом, с сумками. В общем, денек у нас и так был эпичный, а ночка, кажется, будет еще эпичнее. Мы все умрем. Я вот этот камень в этом лесу с надписью «Ра» не помню. Уже луна вышла. Скажите спасибо, что не полнолуние. Не передать словами, как тяжело идти в гору уже полчаса. И это еще не конец. Вы слышите, как деревья скрипят? Ну что ж, вот она тропинка в наш лес. Я так боялась не добраться до заката, потому что здесь в лесу и в горах темнеет еще быстрее. Капец, деревья скрипят. И в лесу реально темнее. Сзади вот нас закат, а впереди просто тьма. Стремно. Смотрите, что я увидела. Просто вот здесь заканчивается это пятно земли, видите, листьев нет. И тут просто такая дорога между листьев с ветками, как будто тащили кого-то, вот просто вот до того куска ровно. Жесть. Вот просто именно здесь листьев нет. И вот здесь вот просто такие две руки как будто цеплялись, так. Солнце капец, кроваво-красное. Вот, видите, здесь опять такое место. Именно кусками разворошено. Я вся вспотела, у меня шачки запотевают. Камера не передает вот эти места, они стрёмно выглядят. Как будто реально кого-то тащили, просто какая-то бойня была. Оба-на. Во-первых, тут капец все заросло. Просто заросли. Это еще стрёмнее, потому что раньше дом мне как бы находился на открытом пространстве. Собаки немного беспокойные какие-то. Как-то странно все выглядит, он рухнул походу. Блин, скоро реально совсем стемнеет, давайте сначала обустроимся, а потом будем все обсуждать. Но я должна до этого несколько слов сказать. Вы помните, что именно здесь постоянно глючили микрофоны, отрубались аккумуляторы, а у нас сломался свет. Вот этот вот большой кольцевой свет, который у нас был в прошлый раз с собой, поэтому мне придется подсвечивать, видимо, фонариком айфона. У меня с собой еще фонарик. А еще на нервной почве, из-за того, что я очень боялась не успеть до темноты сюда добраться, потому что это очень далеко дали, я забыла пенку. Пенка – это такая фигня, которая стелится на землю. Зато в этот раз вместо походной лежанки я взяла собакам сумку целую. А еще, когда мы были здесь в прошлый раз, здесь была сломана лестница. И поэтому я взяла шуруповер, чтобы... Снимаю на iPhone, чтобы вам показать. Вот, чтобы вы понимали, у меня дрожат руки. Пишет, что есть заряд, да? Этот уже сел один. Короче, я взяла шуруповер, чтобы починить лестницу. Но проблема в том, что лестницы нет. Уже вообще ничего от лестницы тут не осталось. Крыша просто развалилась. Смотрите, опять... аккумуляторы оба были нормальные, целые, полные, и они просто вот один за другим садятся. Сейчас он сядет опять. Вот, пожалуйста. Но с другой стороны, она стала под таким углом, что он образовал как бы такую крышу между деревьями. В общем, шуруповерт нам не пригодится. Мы тут уже ничего не починим. Вот дом с задней стороны. Короче, да. Как будто на крыше что-то лежит, блестит, там я не вижу. Шестерка червей. Кто-то просто сидел тут в карты играл. Возьму себе на память. Смотрите, там реально тоже какая-то карточка. О, как ее оттуда достать?
Отлично. Пиковая дама. Серьезно, вы прикалываетесь, блин? Ну я сейчас обосрусь. Да что такое? Еще одна шестерка. Камера уже не хочет фокусироваться. Блин, надо пока совсем не стемнело все обсмотреть, что здесь еще есть. Ну что, давайте, пока совсем не стемнело. Что мы тут еще найдем? Мы сейчас это обсудим, кстати, ребята. Так, это наши вещи. Вот там что-то белое лежит. Я, кажется, поняла, что это. А, вот еще. Еще одна шестерка. В общем, я все тут облазила. Я нашла практически новые реально карты. Три шестерки и дама пик. Стремно, ребята. Проходите, давайте. По-моему, они запутались. Вместо подстилки будем использовать нашу скатерть. Давайте. Дети просто такие. Мы уронили камеру. У меня есть плед. Отлично. Повесь его пока сюда. Спальник. Аня не взяла с собой пенку, но взяла шуруповерт. Со мной реально можно ходить в поход и сразу говорить: мы все умрем. Здесь у нас водичка. Ладно. Оставим вам ее сюда. Чаек. Фонарик. Эй, фонарик, ты че? Мы все умрем. Я пошла схожу в туалет. Собаки меня видеть не будут, потому что я за кустики. Ну, я отключу микрофон, конечно, извините. Я услышала, сидя в кустах, как Юмичу там лает. Надо скорее идти туда. Что такое? Покемон, Юмичу. Чу-чу-чу. На кого вы лаяли? Просто охраняли или что? Софи не лаяла, мне кажется. Надо мне снять кроссовочки. Залазя на свой спальничек. Стремно, что здесь нет сети на телефоне. Иди сюда. Что я говорила про то, что я вспомнила... Юми, чё ты нервничаешь? Если вы помните, когда мы оказались здесь вообще первый раз, мы здесь обнаружили какие-то камни с рисунками, и даже кто-то говорил, что это руны, какие-то гадания. В другой раз мы обнаружили здесь какие-то знаки, причем в первый раз их не было, они появились потом. В третий раз мы здесь обнаружили вот эти вот карты, да? Карты практически выглядят как новые, то есть как будто буквально вот сегодня, вчера три шестерки, причем нет одной красной. Может, я ее не нашла, конечно, и дама пик. Может, я остальные не нашла, но дама пик была на самом верху. Может быть, тогда я болелся дом. Может быть, здесь собираются какие-то чуваки, какая-то молодежь или какие-то люди, я не знаю, и проделывают какие-нибудь ритуалы. Может, они здесь гадают, может, здесь святое какое-то место или наоборот проклятое. Стремно, конечно, сидеть со вспышкой, она нас подсвечивает. Я впервые Юмичу что-то заметила. Я прикрыла вспышку, чтобы нас не заметили. Юми, тихо. Какое-то движение там в лесу. И Юми начала лаять туда, прям смотреть, прям туда же, куда я. В общем, мы просидели несколько, минут 15. Вроде как опять стало тихо. Поужинаем пока что, пока нас не сожрали. Мне реально кажется, что мы все умрем. Сейчас будем есть, ребята. Ваша еда у меня тоже с собой. Ну, здравствуйте. Я забыла детям миски. Софи у нас, конечно, таблеточник. У нее таблеток просто, как у бабули настоящей. Раз таблетка, еще одна таблетка и еще одна. Посмотрите, как она ест таблетки уже. Просто раз и все. Себе я еды взяла. У меня тут огурчики, помидорчики. Смотрите, какой вкусненький блинчик с мяском. Дети такие, подожди, ты нас кормить будешь? А вот вы-то обработаны от клещей, а я не обработана. А сейчас клещи везде. Я надеюсь, я отсюда выйду живая вообще. Очень кушать хочется, я поняла. Твоя еда. Софи, ты будешь есть из вот такой огромной тарелки? Отвлекла.
Главное, чтобы на запах еды сейчас какие-нибудь медведи и шакалы не пришли. Знаете, в чем была фишка, когда мы сидели на крыше? В том, что ты понимаешь, что на тебя никто не может напасть, потому что ты наверху. Ну, то есть, если даже кто-то начнет нападать, ты его увидишь, что он снизу, и как бы сверху можешь его спихивать, или, не знаю, бить его, или еще что-нибудь делать. А тут мы сидим внизу, и каждый раз ощущение, что просто сзади кто-нибудь подойдет и тебя слопает. А еще я не понимаю, куда смотреть, потому что я не вижу камеру просто. Я вижу только просто прожектор, который мне в глаза светит. На, огурец. Реально, мы все умрем. Но кушать хочется сильнее, чем бояться сейчас. Смотрите, я взяла бумажный скотч. Это самое важное, видимо, что я могла взять. Аня хорошо подготовилась вообще к походу. Зачем мне бумажный скотч? Мы все умрем. Как нам залезть в этот спальник? Ой-ть. То есть он вот так застегивается. В этом будет очень неудобно убегать от маньяков, диких зверей или сектантов. Это очень смешно, но очень неудобно. Надо попробовать лечь. Так стрёмно лежать и смотреть на крышу. Юми еще на кого-то там рычит. Я слышу какие-то звуки в лесу. Я опять их слышу. Как будто кто-то приближается. Так, в спальнике убегать будет очень неудобно. Я просто вот так вот упаду и все себе разобью. На всякий случай. Все свои документы. И, пожалуй, я надену кроссовки обратно. Я пугаюсь каждого шороха просто. Эти стрёмные светлячки, они прям пугают. Зачем вы летаете, а? Короче, весь прикол в том, что здесь реально водятся койоты, лисы, еноты и медведи. Это не шутка, они реально здесь водятся. Если вы помните, в первую ночь, когда сидели на крыше, мы слышали этот адовые звуки эти. Пишите в свои комментарии. Я даже видела кого-то. Он убежал. Я видела там. Я тоже хочу пить. Я себе воду забыла взять. У меня есть только термосик с чайком. Чего кряхтишь? Я только что услышала, как пукнула София. Я первый раз в жизни слышу, как она пукает. Я не знаю, записал ли это микрофон. Ты тоже зеваешь? Что-то уже прям спать хочется. Что? Ну, иди сюда. Софи, ты куда пошла? Она, наверное, писать хочет. Софи, только недалеко. Давай пописай где-нибудь здесь. Нам не помешает, мы не будем смотреть. Юми, не смотри, как Софи писает. По-моему, она хочет какать. Юми, не смотри. Не смотри, Юмичу. Я чувствую по запаху, что Софи какает. Все? Запуталась в пледе. Ты сделала свои дела, да? Отлично. Это был вот сейчас очень жесткий звук. Очень жесткий момент. Мне надо обойти территорию вокруг с фонариком, потому что мне очень стрёмно. Мне просто капец как стрёмно, ребята, от этих звуков. Еще и фокус не фокусируется. Юми, Софи, сядьте на место. И айфоновский фонарик на самом деле далеко особо не берет. Он не светит далеко. Мне кажется, нас просто сейчас окружают койоты. Они просто такие. Там добыча. Мамочки, вы чё? Не пугайте меня. Я только что видела, как там светилось что-то. Я надеюсь, это светлячок, а не чьи-то глаза промелькнули, на вспышку отреагировали. Знаете, как у собак? Чё-то мне стрёмно прям. А вот там, видите, светящаяся штука, это там где-то луна, но она просто за этим, за ветками, ее не видно. Она там прослеживается. Вы слышите, как ее рычит? Постоянно слышны какие-то звуки. Капец.
Я поняла такую фишку, что когда капюшон надет, я не слышу, я хуже слышу, поэтому я сняла капюшон, чтобы лучше слышать. Холодно, блин, холодно. Надо было брать пуховик с собой. Столько пуховиков в машине, я ни один не взяла. Юми уже даже не лает, она просто на меня смотрит такая, типа, что будем делать? Самый прикол был в том, что когда в прошлый раз койоты эти орали, собаки замолчали, они перестали лаять, потому что они испугались настолько, что они просто перестали лаять и подавать сигналы и защищаться. То есть они такие, может, не надо было, а? Там кто-то ходит. Иди сюда, быстро. Тихо. Мне кажется, все. Скорее, бежим, 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 бежим. Что это? Бля. Это была моя последняя ночь в этом домике на дереве, точно.